возьму я автомат во двор за Украину. А, за двор в упор стреляю, в упор за Украину. Привет, сладенькая, не хочешь познакомиться со мной? Твой молодой человек есть? Ответь, пожалуйста, что-то. Пожалуйста, я хочу познакомиться с тобой. Пойдем, подрочишь мне писюм. Отвали, у меня парень есть. Блин, такси говорят. Здорово, здорово. Привет. Я не продаю кукурузу, тогда иди нахер. Я хочу кукурузу, куплю. А ну давай, давай. Что это за клоун сюда пришел? А ну скажи мне. Клоун, который веселил твою маму. Не базарь, а то намечок сядешь. Ну и давай, мэн, не пизди. Стай, это мой ручной партнер. Я ручной партнер. Вот это хороший чувак. Понимаешь, офигенно знает толк в кровати. Вот тебе баллончик, на него присесть надо. Знай, один раз не пидорас, Сиджейко. Он прав. Это точно один раз не пидорас. Вот ты в игре сейчас докажешь, кто не пидорас. Давай, сыграем на твою жопу жирную. Пошли покрасим стенку. А это реально твой ручной партнер, расскажи. Нет, конечно, когда я таскал ящики за шиш, я с ним познакомился. Вот такие дела. А, ну ладно, бывает. Что ты такая? Смотри и учись. Сомневаюсь, конечно, что ты с этим справишься. Но это единственный способ, чтобы я тебя простил. Брат, что тут уметь? Просто нажал на левую кнопку мыши и все покрасил. Какой там тупой, мы в мире GTA живем, тут все просто. Просто говоришь, в мире GTA живем? Да. Я не знал, а думал в реальной жизни. Да, братан, мы сейчас в УГ с тобой находимся, если ты не знал, это русская озвучка, переозвучка. Знаешь, не такой ты уж гандон, как казалось. А я пошел грузить ящики. Странная крикуха этого чувака в кепке под названием «Конфетка». Алло, чебуреки вокзальные любите? Чё? Вокзальные чебуреки. 20 гривен сегодня за 10 штук. Как вы мой номер узнали? Чё вам надо, блядь? Сегодня покупайте, пожалуйста, купите сегодня. Да нет, я лучше всё равно съему в Виталика. Ну, пожалуйста, ну хоть кукурузу купите, пожалуйста. Я умоляю вас купить. Очень вкусная кукуруза, очень вкусная. Не пожалеете. С сахарком, с солью, с перцем. Чё грубишь, сынок? Чё, проблемы надо? Мама? К сожалению, да, сынок. Чё у тебя с голосом? Я говорил сегодня крэк не курить, а не дуть. Эй, волосатых девушек тоже можно трахать. Я не понимал, как это... Я понимаю. Я не понимаю, для меня это немыслимо. Волосатая пища ещё куда ни шло. А, тяжко тебе будет... Слава Украине! Герой, слава! Шалом! Привет, так что нет, это немыслимо, отстань. А я скажу, если есть волосы, ее тоже для можно. Для меня нет, отстань уже, заебал вырезать свои вкусы. Если у нее есть волосы, я... Да ебало закружусь. Сиджей, скажи, можно трахать девушку с волосами? Потому что этот еблан доказывает обратно, что можно. Да отстаньте, что за день, один звонит про кукурузу, другие спорят о волосах. Что с миром вообще происходит? Одобряю, одобряю. Иди нахер, не понимаешь ты в женских делах ничего. А я тебе говорю, невозможно. Отстань. А я тебе говорю, возможно. Ты просто не пробовал, попробуй. А ком, о чем они вообще говорят, ты понимаешь что-то? Не, нихуа. Ну я понимаю, мне нужны лейс с марихуаной. Поехали в бобу, у него они есть. Куварищина, я ж как раз конфеты хотел сейчас. Поехали. Он находится на Макелычука как раз. Ну это ж криминальный район, не? Да уж, задолбала эта трехнедельная жара в Киеве. Да, 37 градусов. Ощущается все 50. Не представляешь просто. Я уже 50 раз солнечных ударов получил. Да, я тебя понимаю. Конечно. Да, вот тут остановись. Так, Сиджей, давай не как в прошлый раз. Я просто переживал. Что, говорим на непонятном языке? О, вау. Он вообще тут? Да дверь ломай, не ссы. Вадим, здорово. А, ты не Вадим? Вали нахер тогда. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Чё тебе надо, пеканини? Я не понимаю, язык макар.
Как говорил Оксимирон, иди нахуй, блан. Я продаю чипсы только по рецепту на кокаин. I'm the best, because I'm the... Вау! Вау! А вау вау! Иди сюда. Ты знаешь, кто я? Я вор. Да, Доши? I'm the best, because I'm the best. Иди чистить гребаный потолок. Ты забрызгал его майонезом. Ай, блядь, СиДжей. Бо... Здрасте, я Карл. Ты не Карл, а пятикратно переваренный Кал. Да, Карл. Я, блядь, извини, опять я испортил. Не купил ты наркотики. Не купил ты чипсы. Не купил ты ничего. Блядь, ты научишься когда-то разговаривать, СиДжей, заебал. За тебя все решать? Да нет, научусь.